Всем привет, меня зовут Вадим, и с вами самая объективно-субъективная программа в тренде. Уже прошло 5 наших рейдов, а это значит, что стоит кардинально поменять правила. Сегодня мы будем играть с прохожими на улицах Гродно в игры, правила которых вы узнаете чуточку позже. По истечению 5 выпусков мы выберем 5 победителей и одного так называемого бонусного игрока. Пригласим к нам в студию и снимем супер игру. Так что если ты не только хочешь попасть в телевизор, но и оторваться, не бойся выходить на улицы Гродно. Стартуем! Я буду показывать фотографии людей. Да. Если вы отгадываете, не отгадываете, говорите, кто это, то вам 1 балл. Если вы говорите род деятельности, наугад можете сказать, если знаете, говорите, вам полбалла. Да. И все это нужно сделать за 1 минуту. Понятия не имею. Ну, а род деятельности? Не знаю, блогер какой-нибудь. Блогер какой-то. Это Влад Бумага, что ли? Правильно. А4. Рэпер. Актер, может? Это! Нет, не хлопай. Забирай меня скорее. Жуков. Ну, Жуков. Фокусник. Да. Фокусник, хорошо. Жуков. А, это Том Холланд, ну, актер. Это Человек-паук. Ну, мне кажется, блогер. Блогер. Не знаю. Блогер какой-нибудь. Это елка? Елка. Это елка. Похоже на елку, но я не знаю. Это елка. Это как елка. Елка, 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 да. Танцовщица. Певица какая-то. Она. Серебра. Да. Не знаю. А это актриса? Соболев. Соболев. Как же Соболева не узнать? Соболев. 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 Ага. Олечка Бузова. Бузова. Оля. Олечка Бузова. Бузова. Да. Бузова. Да. Бузова. Том Харди, актер. Макгрегор. Актер. Не знаю. Харди. Угу. Не знаю, может, музыкант какой-нибудь? Да. Блогер какой? Матранг или как? Непонятно. Рэпер какой-то. Ник Вуйчич. Да, Ник Вуйчич. Скипиш. А, да, это вот актер, наверное, какой-то. Нет. Тоже непонятно. Непонятно. Никонечно. Ник Вуйчич. Месси. У него жена... Восемь. Месси? Он похож на мужчину. Это был Месси. 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 Угу. Месси. Да, это он. Месси. Бенедикт Камбербэтч. Это Шерлок Холмс. Бенедикт Камбербэтч. Он с фильмом. Да, он с фильмом, да, актер. Это Камбербэтч. Ведет эту программу. А, мужская женская. Ведет там что-то. Это тоже актер. Гордон. Селена Гомес. Селена Гомес. Да. Да, Селена. Селена Гомес. Она. О, Фейс. Это Фейс, конечно. Фейс. Кто это? Какой-то футболист. Актриса, короче. Эмма Уотсон. Она. Брэд Питт. Егор Крид. Джастин Бибер. Грудинин. Элджей. Элджей. Макгрегор, точно. И стоп, да? Это Мечислав Гойт и мэр Гродно. О, работаем. Здесь будет в картинках зашифрована песня. И по этим картинкам вы пробуете отгадать, что это за песня. Не дыши... Минимум громкости. Я перестаю дышать, звуки на минимум. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака, фиолетовая вата. Да. Провод. А, типа... LTE, да, да, да. Это так красиво. Да, 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 наверное. Да, это песня «Розовое вино». Да, точно, точно. Так, закрывает нос. Это «Розовое вино». Да. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Фиолетовая вата. Это кто? Дети. Телефонные. Тут дети, а это какие дети? Девочки. А это? Девочки и мальчики. И танцуют. Дети смотрят, шепчут. Ну, дети, это девочки. Девочки. Это мальчики. Девочки, мальчики, секрет. Мальчики. Мальчики танцуют. Знаете такую песню? Да. Не, да. Что они делают? Девочки, мальчики танцуют. Девочки, мальчики танцуют. Оно. Девочки, мальчики танцуем. Девочки, мальчики танцуем. Девочки, мальчики танцуем. Раз, два, три. Небо поможет нам. Небо поможет. Поможет нам. Небо. Небо поможет нам? Да. Вы 100% знаете, небо, кто это? Небо в помощь. Небо в помощь. А, небо поможет нам? Да. Я свободен. Помогите мне. Небо поможет нам. Оно. Небо поможет нам. Небо поможет искать. Цвет настроения. Нет. Почти.
синие танцуют. Мы синие под минимум, да-да-да. Под минимум. На баре синие, мы танцуем под минимум. Да-да. Что-то синее должно. Что-то синее есть, да. Цвет настроения синий. Почти. Вот синим еще одна песня есть популярная. О, господи. Ну, прям популярная, да? Прям вы точно ее знаете. А, это LG. Минимал, да. LG. Бар какой-то с фиксики. Вы уже называли песню этого исполнителя. Бар, синий. А, типа это тоже LG, типа, ну, типа, мы под минимал. Минимал, да. На баре синий, мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красива, но таки. Ну что ж, первая игра окончена, и у нас уже есть победитель, которого вы можете найти по ссылке в инстаграме нашего телеканала. Ну а так как сегодня отгадали почти всех, можно сказать, что наш город находится на волне хайпа. С вами была самая объективно-субъективная программа в тренде. Меня зовут Вадим, всем пока!